меня зовут Евгений, я специалист на финансовой сфере, то есть торговля Форексом был, а потом и на биржу перешел. И последний год, 2018, банк Финамброкер, вы знаете, проводил конкурс Лига трейдеров, там 10 человек попали в финал, и в этом финале 5 призовых мест было. То есть я занял первое место, выиграл денежный приз, то есть открыл счет брокерский, сейчас занимаюсь профессионально инвестициями на фондовом рынке. То есть я вижу эту проблему у нас в России, то есть за границей в Европе 80% в Америке открытые счета, у нас в России 1% счетов где открыты. И вижу неправильный даже подход у этого 1%, спекулятивный, неправильный подход. Брокеры делают так, чтобы на комиссии, то есть люди не разбираются. И, соответственно, мне интересно доносить людям это, и мне ораторский клуб нужен для того, чтобы именно встречи, уметь поговорить, пообщаться с человеком. Потому что видео свое записать я могу переделать, могу там два раза попробовать, а когда лично ты общаешься, и суметь как бы, как боксер может там лево-вправо так как бы уклониться в любой момент, то есть ситуация. Как же так, чтобы можно было с человеком суметь там на свою сторону или свое мнение показать и объяснить ему. Все.